И вот у нас очередной мастер-класс. Сейчас у нас в гостях Кочнева Марина Анатольевна. Город Здравствуйте. Екатеринбург. И у нас будет мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки. Мы с вами будем делать сову. Вот такую вот сову. Я моим помощникам дала по заготовочке. То есть для наполнения мы используем материал, называется синдипух. Синдипух. Синдипух? Да, синдипух. Синдипон, он такой рулонный обычно бывает, пластами. То есть через отверстие, которое у нас есть в игрушечке, дырочка, да, мы начинаем набивать. Давайте дальше клеить глаза. Давайте, да, я поняла. Я уже его набиваю. Мне сейчас сова лопнет моя, по-моему. Нет, еще у вас, Марина, не лопнет. Смотрите, ты, главное, у меня уже почти. Розу сделала огромную вместо. Давайте я буду тогда показывать дальше. Давайте. Значит, после того, как мы ее набили, смотрим более-менее, мы берем иголку с ниткой. Ну, я беру розовую. Ну, зашиваем. Да, зашиваем. Давайте я зашью, а потом вам тогда. У меня просто иголка одна. Да, иголочка одна. Я тогда добью в этот момент. Добивайте, да. Мы соединяем края игрушки. Ну, вовнутрь подворачиваем. Да, вовнутрь, да, подворачиваем. Делаем потайным стежком. Потайным стежком. Да. Сколько нам открыть и чем? Да. Мужчинам, конечно, женщинам проще, хотя тоже не все знают. И мы зашиваем вот этот края игрушки, соединяем. Теперь у совы мы будем делать мордочку. Для этого я приготовила тоже заготовочки. Да, заготовочки. Я вам их раздам. А, вот эти беленькие. Да, беленькие они вот у нас. А это лапки, да? Это лапки, да. Это лапки. Фетр. Лапки из фетра. И такие под глаза у нас заготовочки тоже из фетра. И берем клей. Просто на... Да, то есть мы намазываем. Намазываем. То есть можете тоже намазать. И приклеиваем. Все глазки уже приклеили. Молодец. Вперед меня прямо. Да. Я тороплюсь. Да, я тоже. Значит, теперь это под глазницы. Теперь мы берем, то есть я как уже говорила, а не бусин. Клейка основы, нет? Нет, или так же тоже надо клеить. Я раздаю вам тоже. Так, дайте мне еще один глаз, а то у меня у совы будет один глаз, да, я пациентку сделаю тогда. Я уже дала. Так, мы, они, по-моему, бесклеющие основы. Да, бесклеющие. Да, мы чуть-чуть в центр. И на глаз. Значит, лапки, да, могут быть коричневые, либо оранжевые, кому что нравится. Та-дам! Марина, секунду! Вперед. Убрали у меня... Учителя. Мне нос не дали. Быстрее меня сделали. Ну что ж, показывай. Давайте. Свой шедевр. Пам-пам! Вот. Спасибо и вам вот большое. О чем мы говорили, смотрите, абсолютно три разных совенка. Да. Абсолютно разные. Это мы говорим о том, что все рождается в единственном экземпляре. Что ручная работа. Для этого, поэтому и ценно. Что она каждая получается индивидуально. Ну что ж, спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи, дальнейшего развития в творчестве. Пусть у вас появится еще очень много-много всяких различных интересных друзей, которые вы сделаете своими руками.